с удовольствием поздравляю с замечательным, прекрасным праздником, Днем Победы. Праздник, который в нашей душе и в наших сердцах. Наши деды, отцы принимали участие в победе. И мы должны гордиться нашей историей и нашими родными. Я считаю, что это самый замечательный праздник, который у нас есть в мае. Я очень рад, что благодаря телевидению у меня есть такая удивительная возможность, и я могу напрямую поздравить вас, дорогие ветераны, с Днем Победы, с этим удивительным праздником, праздником мужества, отваги, чести, доблести, уверенности в победе, праздника единения ветеранов, детей, правнуков, всех, всех, кто имел отношение к этой победе, к этой великой победе. Ваш подвиг никогда не будет забыт. Я сделаю все, чтобы ваш подвиг помнили мои дети и дети моих детей. Я обещаю вам. С Днем Победы. Ваш подвиг не будет забыт.